Всем привет, с вами Аламерт. Перед тем, как мы отправимся в наши удивительные безумные приключения на World of Warcraft Cirrus, я бы хотел сообщить вам об обновлении, которое все очень долго ждали. А именно новые модели игровых рас. Были обновлены следующие расы. Отрекшиеся воргены, ночные эльфы, высшие эльфы, эльфы крови, люди, орки, дворфы, гоблины, тролли. Теперь это качественные модели с новыми расцветками кожи, новыми вариантами кастомизации, новыми лицами, прическами, татуировками и глазами. Авторы продолжают работу и обновят оставшиеся расы в течение максимум следующих 6 месяцев. Дополнительным бонусом будет добавление 3D брони после окончания обновления. Все персонажи этих рас получат бесплатную возможность кастомизации на 7 дней. Так что испытайте это все уже сейчас. Переходите по моей ссылке в описании, регистрируйтесь и скачивайте клиент. Напомню, играть вы можете совершенно бесплатно, а мы переходим к видео. Итак, вылупился я в самый разгар тыквовина. В Златозиме всегда творится черти что, так теперь вообще полное безумие. Хлещет ливень, все горит, безголовый всадник хохочет прям в ухо и скачет по небу. Так, до сходки еще где-то минут 7, так что пусть собираются все. Блин, все полыхает, все в огне. Представляете, каково пацанам внутри во время тыквовина этого? Дом горит, мертвый чел на коне по небу скачет, хохочет не переставая. Что, нормально вам тут? Хоть бы в баню перестроились. Ладно, давайте, давайте потушим пожар немного, а то вон все с ведрами бегают, суетятся, а я сижу пиво пью в таверне. И что это такое? А, это похоже на это. Биде, только средневековое. О, видали? Кажется, получилось что-то. Но до сходки 2 минуты, надо всех со двора гнать в таверну, потому что сейчас у нас уже будет розыгрыш промокодов. О, кайф. Я бы тут целую жизнь сидел. Балдеж. Вон он, блин, скачет. Я так понимаю, что он весь тыквовин тут тусит. Его можно как-то выбрать или мочкануть, нет? Так, все, на часах 5 часов, расступись, посторонись, все дуем в таверну. Сейчас здесь будем мутить капитал шоу. Так, ждем еще пару человек и начинаем. Жаль, конечно, большинство подписчиков на орде играет. И тоже на сходку просят. Ну я, блин, не знаю. Как же я без своей таверны? Да и за альянс еще с третьего варика играю. Итак, все, сейчас быстренько промокоды разыграем и пойдем. Ну это легко будет, наверное. Думаю, это все знают. Ну, первый вопрос все-таки. Ну-ка, ну-ка. Ну да, Эргуль. Поздравляю. Так, ну идем дальше. Ну и финальный, пятый вопрос. Задал посложнее, наверное, но... Думаю, кто фанат Warcraft 3, тот должен знать. Так что... Странборд. Ага, что-то про Мститель. О, кто это сказал? Тимофеус? Ну поздравляю, уважаю, браток. Так, небольшая загвоздка. Хотели пойти в данж на нарубов, но у нас есть парочка низкоуровневых. Ой, ладно, короче, давайте в порт пока. Попробуем все-таки в Нортренд. Сходим в Ожолнорубовское подземелье. Дойдем, а там видно будет, что куда, что кого. Так, все, давайте все в порт. Чтобы не толпиться, не теряться. Точка сбора, порт в Нордскол. Сейчас, короче, если не будет низкоуровневых, то поедем. Если будут, то пойдем в другой данж, ну или рейд склепаем. Мы в Нортренд? Ну да, мы хотели в Нортренд, но... Ну короче, фиг знает, мнения разделились, кто-то вот предлагает рейд на Рагнароса, кто-то подземелье на Рубов, кто-то еще что-то. Ну вот, мы рейд собрали уже, кстати, так что скорее всего пойдем на Рагнароса, чтобы остальным подписчикам обидно не было. Так, ну алло, у нас вообще-то не все прокачанные, слазьте отсюда. Так, все, выводи их отсюда, Гуль. Нужно в рейд или данж какой-нибудь, давайте. Идеи. Это что, бунт? Ну, короче, вы как хотите, а я своих товарищей не брошу, все. Давайте, все за мной. От винта. Все, кто действительно... остальные... предатели, давайте с нами, вы куда? Вернитесь, черви! Ну и плывите.
Чтоб у вас там все отмерзло и отвалилось. В вашем Нортренде. Гудят еще. Ну вот такой вот у нас раскол произошел, ну ничего. Артаса, да-да. Так, ну все, мы идем в рейд на Рагнароса, решение окончательное. Скакать вроде бы не так долго. Так, добрели до какой-то мрачной деревушки. Озеро безмолвие. Еще и дождь хлещет этот бесконечный. Жуткая атмосфера. И надеюсь, по пути никто не потеряется, поэтому идем паровозиком. Так, ну вроде бы полпути уже прошли, благо у нас маунты у всех, иначе... Так, опа, а ну стоять, подлый ордынец. А ну слезай. Сбежал. А нет, идет сюда. Ну иди, иди. Отведай-ка супостат силушки богатырской. Не, да бейте его. Чё, привет, какой привет? Ты кто такой вообще? А, пан Берис, подлый изменник и подстрекатель. Премного о тебе наслышан. Немедленно арестовать его и доставить в Штормградскую тюрьму. Или давай сотрудничай, тогда я начну тебе доверять. Помоги одолеть Рагнароса и прокачать моих парней. А, ну раз так, тогда вступай в нашу шайку, но не за Орду, иначе. Какой в тебе толк-то? Ага. Да все, давай с нами уже. Уже полчаса тут стоим. Осведомителем? Че еще за осведомитель? Ну ладно, учитывая, что сейчас многие из наших мутузят нарубов параллельно этим событиям, то подкрепление нам не помешает, так что пошли. Мы что, пешком будем тащиться? Ну ладно, торопиться-то некуда. Все, я больше не могу, я устал. Сделаем отсылку на третий варик, раз такая возможность есть. Ну реально, уже 5 минут тащимся. Да давай уже, пошли. Надеюсь, это ближайший город какой-то, а не Штормград. Да реально, где он? Как говорила Мэв, Тирент, мы напрасно тратим время. Сейчас этим осведомителем малыш Тимми какой-нибудь окажется, который завербует нас в мировой заговор против реальности. Тут какие-то орки на нас напали, но это пофиг. Хлюпики. С одного удара ложатся. Так, мы вернулись в эту жуткую деревню. Мне уже просто интересно, кто там. Чё там за теневой барон сидит? Ну, вроде все товарищи здесь, никто не отстал. Ну, с такой скоростью. Попробуй отстать. Может, кстати, следующую сходку замутить только с высокоуровневыми, кто в Нортренд может. И там уже в рейды и данжи походить. А низкоуровневые подкачаться успеют за месяц-то. Женщина, успокойся. Это добром не кончится. Жесть. Просто испепелил. Везде эти тыквы еще. Ну и чё, где твой осведомитель? Мистер Тыквы, что ли? Да ну, столько времени потеряли, доверяй после этого Орде. Итак, ну и... Где он? Куда встать, к тыкве? И чё это? Нас чё, в нежить? А, это, наверное, заказ отрёкшихся всех в нежить обращать. Вот ордынцы, ой, все понятно, все, пошли отсюда. Чего вы тут стоите, если вам нрав... Чего, какая измена? Ааа, измена! Измена, это ловушка! Бегите, глупцы! Это магистерская измена! Я как карта сбегу из Лордерона на всех парах! Блин, все мои товарищи мертвы, похоже, я один спасся. Так, хвоста нет, нет, все, валим. Фух, нужно немедленно сообщить в Штормград об этой резне на озере Безмолвия. Пусть накажут этих. Пусть вообще войной пойдут на Аргримар. Это территория Альянса вообще. Так, ну все, я среди своих. Пишите, кстати, в комментариях, про что делать следующий выпуск. Продолжить войну с Ордой или уже в Нортренд наконец-то поплывем жить. Ну и сами залетайте. Наш штаб в Златоземье, по классике. Наконец-то моя ванна с яблоками. Учитывая сегодняшний день, это то, что мне сейчас нужно. Так, ну благо, благо, оттуда выбрались, выжившие. Нет, Орда уничтожила Златоземье, всех перебила. Вон даже мой персонаж на землю упал, видите? В общем, если хотите вместе со мной залететь за Альянс, то милости прошу, повоюем с Ордой, походим в данжи, рейды. А кто хочет против нас выступить, то присоединяйтесь к Орде, тоже жду на сходку.
Так будет веселее, помутим сюжетик, РП и так далее. Так что прямо сейчас переходите по ссылке в описании и до встречи через месяц. Следите, кстати, за телеграмом, иногда играю без записи, так что всех жду. Ну все, всем пока.